уважаемые гости! В череде событий, посвященных празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне, ярким и важным событием, безусловно, является сегодняшняя выставка. Живопись и графика, посвященная столетию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного художника Российской Федерации Якова Семеновича Исилевича. Выставка организована при поддержке Министерства культуры Красноярского края, Центра культурных инициатив Краевого дома искусств. И в первую очередь мне хотелось бы сказать несколько слов об авторе произведений, представленных сегодня. Я позволю себе процитировать статью искусствоведа Татьяны Михайловны Ломановой. Яков Семенович Исилевич, заслуженный художник Российской Федерации, прошел бок о бок с Красноярским союзом художников всю свою долгую жизнь с ранней юности и до конца дней. Перед войной он учился в Красноярской детской школе, художественной школе, прошу прощения, и сразу же включился в творчество. Уже с 1940 года участвовал в художественных выставках. Но война всей стране, как и каждому человеку, перечеркнула все планы. Как и тысячи молодых, Яков Семенович был на фронте, защищал Ленинград. Четыре долгих года войны не снимал шинели. После победы Яков Семенович возвратился в Красноярск и вернулся к своей мирной профессии. В творчестве художника не было давления на живопись или графику. С одинаковой увлеченностью он пишет как живописные полотна, так и акварели, выполняет афорты, литографии, линогравюры. Много работает как плакатист. Талантливый художник был не менее талантливым организатором. Несколько лет он являлся председателем правления Красноярской организации «Союз художников» РСФСР. Много сил вложил в создание Дома художника с выставочными залами, так необходимыми тогда Союзу. Вел большую работу по укреплению Красноярской организации. И сейчас мне хотелось бы передать слово начальнику отдела искусств Министерства культуры Красноярского края Виталию Сергеевичу Зацепину. Эта выставка – это одно из знаковых мероприятий в череде событий этого года. Как мы все с вами знаем, 70-летие Победы, которое будем праздновать завтра, это один из важнейших праздников нашей страны, который затронул наши семьи, нас и останется в памяти надолго. Но нам очень приятно, что среди тех участников Великой Отечественной войны были наши художники-творцы, которые создавали эту историю на полотне. И сегодня, в приближающемся столетии со дня рождения Якова Семеновича, очень приятно, что Красноярский край, город Красноярск, имеет возможность увидеть эти полотна, в том числе благодаря соратникам этого художника, благодаря дочери художника. Спасибо вам за то, что сегодня этот проект был организован. Хочется сказать слова благодарности организаторам, Дому художников, всем тем, кто сегодня пришел, и пожелать этой выставке много зрителей, поскольку те работы, которые здесь представлены, это действительно уже достояние Красноярского края, и видеть это, чтобы понять вклад художника в культуру Красноярского края. Спасибо вам, что пришли, спасибо большое вам, Ольга Яковлевна, за то, что вы продолжаете дело отца. Успехов вам! Российской академии художеств, народному художнику России, участнику Великой Отечественной войны Анатолию Павловичу Левитину. Человек, который был необычайной скромности,
замечаем душевно какой-то чистоты и открытости. Мне очень хочется много о нем хорошо сказать, но лучше всего о нем говорить его творчество. Посмотрите внимательно, какие характеры он отражал. Он не любовался собой, когда он писал, он любовался человеком. А несколько его портретов являются просто прекрасными, постоянными, долго показывают его идеи. Мне хочется от всей души поздравить Вожи давно с этим, с этой выставкой, которую так давно ждали красноярские художники. И очень мало знали истинный творчество Якова Семеновича. Я очень рад, что наконец открылась эта выставка, что она может быть замечательным примером того, как художник служит искусству, служит своей родине, служит людям. Спасибо, Ваня, что вы пригласили. Разрешите передать слово председателю Красноярского отделения Союза художников России, заслуженному художнику Российской Федерации Сергею Евгеньевичу Ануфриеву. Замечательно то, что наша большая и дружная организация не только делает молодежные выставки, групповые, тематические, мы стараемся не забывать о том поколении, которое вложило основной вклад в то, чтобы наша организация была именно вот такая, дружная, творческая, чтобы у нее был вот этот дом художника, чтобы в этом доме не прекращались выставки никогда, ни в годы расцвета социализма с человеческим лицом, ни в годы непонятных каких-то событий в непонятное время. Искусство, оно всегда было и будет выше. Выше политики, выше какого-то быта. И вот эта выставка тому подтверждение. Кроме того, в этом году две выставки, посвященных столетнему юбилею. Это Яков Семенович Селевич и Адель Хакимович Абдрахимов, ныне здравствующий. Конечно, это по-настоящему подвиг прожить в искусстве большую, долгую, творческую жизнь, создать такое огромное количество произведений, большая часть из которых, несомненно, украшает коллекции наших музеев. Это то, чем можно гордиться и чему радоваться. И в большей степени, конечно, хотелось бы, чтобы на смену таким замечательным творцам приходили достойные, творческие молодые художники, которые бы продолжали это дело, которое бы укрепляли авторитет нашего союза. Что можно сказать? Я думаю, что очень много уже сказано и скажут еще искусствоведы о том, в чем причина вот именно такого отношения к себе, к своему творчеству. Но мне хочется сказать, что вот Геннадий Леонидович Рукша очень точно определил это существование в среде. И образование, оно, в общем-то, не играло основную роль. Получить образование в Санкт-Петербурге или в Москве, или два класса художественной школы, и художнику стоит памятник, я имею в виду Поздееву, или вот Яков Семенович, они все существовали в творчестве. Для них, для всех была цель, это искусство. Это была, ну, необычайная какая-то культурная ситуация, которая может быть... Но мы можем только позавидовать. И хотелось бы поблагодарить всех тех, кто принял участие в организации этой выставки. Конечно, все не так просто. В первую очередь, благодарность за поддержку нашим Министерством культуры. Конечно, самостоятельно наша организация, общественная и некоммерческая, ну, не в состоянии сделать столько интересных, столько красивых и значимых выставок. Конечно, отдельные слова благодарности Ольге Яковлевне. Это на ее плечи в основном упала основная задача по организации этой выставки. Татьяна Михайловна Ломанова, удивительный человек, бескорыстный и целеустремленный. Я рад и счастлив, что выставочные залы нашего союза украшает такая
по-настоящему достойная, и достойная памяти, и достойного великого служению великой российской культуре. Еще раз всех поздравляю. Народного художника РСФСР, члена-корреспондента Российской академии художеств Валерьяна Алексеевича Сергина. Действительно, я могу подтвердить, что этот дом начинали строить Яков Семенович. Это первые люди, которые стали строить этот дом. Юрий Иванович Ходоногов, Рудольф Русинович Руйга. Я забыл архитектора, друга их, вот Лена знает, скажет. Вот. Они в основном подняли эту кучу, и, как говорится, и поставили этот дом художника. Но как мы жили здесь, в Ельцево, ведь сейчас этого почти никто не знает. Яков Семенович действительно живой, трепещущий жизнью человек. Он играл на балалайке, играл на гитаре. Вечером у Худоногова мы собирались. Все, как говорится, когорты, художники, которые в мастерских этих, тот и позднее тащил самовар с пельменями, как говорится, в котором варились пельмени. Вот такая была веселая жизнь. И песни были почти до полуночи. Вот так у нас. Мы были в Хакасе вместе, Худоногов Юрий Иванович, Яков Семенович, ну еще там, и я, значит, мы все вместе писали эти слова. Я хочу еще сказать, почему выставка нравится? Потому что Яков Семенович был сам очень живой человек, и выставка поэтому получилась живая. Люди здесь живые, и природа здесь живая, трогательная, задушевная. Это очень здорово. Я помню, Юрий Иванович, а мы писали, значит, там, мы не только пейзажи писали, писали людей, там, ну, дояров, там, это входило тогда в концепции нашей жизни, что называется. Вот. Юрий Иванович ко мне подходит, почти подбегает. Валера, какую я тебе доярочку нашел? Иди, хватай тюдник, иди быстрее. Вот она там, она там. Я за тюдник хватаю, туда прибегаю, смотрю, Яков Семенович уже пишет. Мне пришлось удалиться, писать пейзаж. Я просто кланяюсь этому человеку. Я еще в школе художественной учился, а в школе проходили выставочные выставкомы всевозможные. Яков Семенович там часто председательствовал. И то, что он почти был бессменным председателем в то время Союза художников, даже тогда, когда Борис Яковлевич, будучи председателем, находился в Москве несколько лет и там здравствовал, а руководил Яков Семенович Еселевич. То есть это уникальный человек. В общем, я о нем могу говорить много, но я думаю, что надо слово дать Леночке. Она сейчас скажет. Я кланяюсь. Я рад, что у него такая замечательная дочь, что сумела организовать выставку, сохранила ее часть этюда. И чуды у него такие обаятельные, трогательные, они какие-то, смотришь на них, плакать хочется. Ну что делать? Ну вот. Спасибо большое. Заслуженному художнику Российской Федерации Александру Александровичу Покровскому. В моем понимании, Яков Семенович настоящий сибирский художник. Его художественное восприятие воспитано, сформировано той пространственной средой, в которой он жил, работал, которую любил, которой восхищался. Здесь поэтому и сильные контрасты, и планы, и крупный модуль формы, и колористическая гамма. И выражает, конечно, настолько бережное отношение к природе, к натуре, ее глубокое-глубокое изучение. Я думаю, что это пример всем молодым художникам. То есть в этой выставке, в этом отношении просто, мне кажется, еще раз обращает внимание, то, что мир безграничен, форма неиссякаема, и мне от всей души хотелось поздравить вас с замечательной выставкой и пожелать всего самого доброго. Ну и, конечно, всех с праздником, приближающимся Днем Победы. Всего доброго. Спасибо большое. Теплые слова и передать слово хотелось бы заслуженному художнику Российской Федерации, члену-корреспонденту Российской Академии Художеств Валентину Павловичу Теплову. Пожалуйста.
к сожалению, отношусь к тому поколению, которое как бы показывало свои начальные произведения работы именно группой, большой группой. Саша Попу, много-много Слепов и все, и Люда Иванова. Это были люди, которые могли сказать, на каком уровне мы сегодня находимся. Они были очень чуткие, очень точные. Если они видели халтуру, грубо говоря, они так и отзывались о ней. Но если они замечали в художнике, в молодом, какую-то искру очень хорошую, да, они тут же ее поддерживали. И... А творчество я что могу сказать, что вот это вот тщательное, глубокое внимание к натуре, отношение вообще к своей работе, они все относились... Ну, я тут сравнение привел, как шахтер в шахте работает, они также работали за Макбертом. Вот абсолютно одинаковое отношение. Столько вложено, каждый квадратный сантиметр. Все проверено, все изучено, все прочувствовано. Оленька, я поздравляю с этим прекрасным юбилеем, с этой закатной юбилеем. Но не умею говорить. Сказать несколько слов заслуженного работника культуры Российской Федерации, кандидата искусствоведения Лену Юрьевну Худанову. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поздравить Олю, Ольгу Яковлевну, потому что я считаю, что делать такую выставку психологически, эмоционально очень сложно. Это часть жизни, это ответственность, это встреча с близким человеком. Вот так вот. Это я понимаю ваше состояние. Но у меня тоже встреча, потому что я когда зашла, я вспомнила наше с вами детство. Потому что мы с Олей много в детстве бегали, носились там, где сейчас джинсовый ряд и где галерея. Как она называется? Да, вот там жили я, как всегда, Семенович с семьей, да, Мира 105, и мы там много бегали, лазили по дворам. И у меня такое вот ощущение какого-то семейственности, какой-то осталось, потому что Яков Семенович, это Сергей сегодня, Валерий Алексеевич правильно сказал, он очень живой человек. Я помню, как он пел романсы, как он играл на гитаре, и это было все, так сказать, детство, мы тут под столами, тут, значит, гитара с романсами, я слышу его голос, как он так звонко говорит, Юрчик, огурчик, так он звал папу, и мама все, Вавна Петровна, поехала по бревна. И вот это в Хакасии, в бабушкином дворе, там ничего не было, кроме цветов, стояла эта палатка, когда они приезжали, и мы с сестрой лазили в эту палатку, потому что это было очень таинственно, интересно, они там, значит, писали, вот как раз там доярка, я ее хорошо помню, ну, детство, но все равно почему-то какие-то вещи запоминаются. И она вот такая, это же самая доярка есть у моего папы на этюдах. И вот это все, понимаете, какое-то такое близкое, поэтому сказать какие-то официальные слова мне просто не хочется. Потому что, наверное, самое главное, что художник остается как человек в своем творчестве. И потом проходит время, все какое-то суетное, оно уходит, и остается самое главное. А самое главное мы сейчас видим, это его отношение к людям, это его очень трепетное, бережное отношение к натуре, это вот эта увлеченность, страстность, вот, как Валерий Алексеевич сказал, да, они писали вместе, да, вот так, этюдник, вот, Яков Семенович, поэтому очень много повторяющихся мотивов. Но вот это такая человеческая дружба была, которая вообще свойственна была Союзу художников от конца 50-х и начала 60-х годов. Их было немного, это была одна семья. Да, они, вы знаете, почему? Вот мы все отмечают особая любовь к людям, к природе. Эти люди прошли через фронт. Вот я могу сказать, что мой папа попал на фронт, когда ему было 18 лет, он командовал артиллерийской батареей. И, в общем, все, мы только недавно узнали, за что он был дважды награжден орденом Красной Звезды. В интернете есть сейчас такая страница, где вы можете найти и за награды, и близких, которые погибли, и что... Вот я узнала, что под Кёнигсбергом он держал, защищал двое суток точку, которую, в общем, постоянное наступление было.
В общем, вы знаете, это все сказывается потом в особом каком-то счастливом отношении в жизни, в благодарности за то, что ты выжил. И поэтому важны портреты, поэтому важны природа и пейзаж. И поэтому мы сейчас, когда уже прошло столько лет, смотрим на это и понимаем, что они любили жизнь, что они были от природы своих художников. Действительно, дело не в академии, а дело в том, в той способности чувствовать мир и нести его через себя, и радоваться, что ты жив, и быть благодарным этому миру. Это, наверное, самое главное в творчестве. Поэтому я еще раз хочу поздравить Ольгу Яковлеву, Олю, потому что, Оленька, наше детство. И дом этот, да, начинал строить Михаил Иванович Большаков. Он, кстати, строил старые камеры. Чтобы сказал заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат искусствоведения Татьяна Михайловна Ломанова. Пожалуйста, Татьяна, просим. Ну что, день, конечно, очень счастливый, день очень радостный. И, конечно, обязательно с трагедией, потому что и праздник такой. И 100 лет человека, которого уже с нами нет, в общем-то, 15 лет. 100 лет отмечаем, и сегодня Якова Семеновича. Вообще, что мне хочется сказать, здесь много хорошего сказано, еще будут на выставку ходить и говорить, и художники будут. Но я просто радуюсь тому, что в творчестве этих художников прекрасно сохраняется русская школа. Ведь, да, образование есть, оно нет, сейчас уже говорили, но всего 2 года художественной школы перед войной, вы посмотрите, какая графика. Абсолютно блестящая, абсолютно настоящая графика, продолжение русской школы, продолжение русских традиций. И вот этому хочется радоваться. И очень хочется, чтобы молодые художники, да, они работают по-другому, это нормально, это правильно. Они видят другой мир, они живут другое время. Но чтобы видели это, и хоть где-то что-то колыхнулось когда-то в сердце. Посмотреть вот эти работы, посмотреть ту графику, которая, ну, абсолютно безупречна. И поэтому вот такие выставки нужны. Очень хорошо, что она открылась. Спасибо, Ольга Яковлевна. Я знаю, какими она нервами тебе далась, каким трудом она далась. Это очень сложно. Обидно, что к этой выставке не успели мы издать альбом. Не очень большой, но тем не менее в альбом, который вложена душа и Ольги Яковлевны, и душа Якова Семеновича там живет. Она, вот этот альбом выйдет, но чуть-чуть позже. Просто не успели сделать его к этой выставке. И еще что хочу сказать, что вот сейчас пройдет открытие, пожалуйста, не расходитесь. Вот там не случайно стоит телевизор. Мы подготовили небольшую слайд-презентацию, не больше, чем на 10 минут. Назвали «Жизнь в фотографиях». То есть от самых ранних фотографий, самое раннее, где ему 15 лет, он играет в оркестре на балалайке в Ачинске, и до фотографий 90-х годов. То есть как бы вся жизнь, здесь мы попытались, Ольга Яковлевна очень большую в этом плане работу провела, она вообще молодец, сохраняет абсолютно все, все фотографии, все грамоты, все это, но не каждый, даже, скажем, самый близкий человек будет так вести. Поэтому, Ольга Яковлевна, тебе большое спасибо за это, за эту память, за эту что-то вот память. И поэтому поздравляю всех, поздравляю, Оля, тебя с этой выставкой. И дай нам больше хороших, чистых, красивых выставок. Близкий друг художника, известная телеведущая Раиса Прокопьевна Расюлень. Ей бы и хотелось передать слово. Пожалуйста, скажите мне, спасибо большое. Самое большое счастье, и я думаю, Яков Семенович Есилевич, знаете, на небесах его душа, наверное, сейчас вот принимает все, что сегодня здесь происходит. Мы были близкими друзьями, мы дружили с семьями и продолжаем сейчас с Ольгой Яковлевной встречаться. И я рада сегодня была видеть и сына Адольфа Яковлевича. Радость от того, что вы все здесь вместе с нами, с Яковом Семеновичем.
Он очень любил детей, очень любил своего внука, который тоже сегодня и все эти дни помогал, помогал оформлять выставку. Илья хороший парень вырос, так что Якову Семеновичу порадовался за него. Но сейчас я попрошу, пришли дети. Даниил, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста, проходите. Они тоже сейчас в честь Якова Семеновича, в честь праздника, прочтет стихотворение. Тебя как зовут? Майя. Майя тебя зовут, очень приятно. Тебе сейчас все поаплодируют сначала. Ну, назови какое стихотворение, пожалуйста. Татьяна Бокова, «Родина». Родина, слово большое-большое, пусть не бывает на свете чудес, если сказать это слово с душой, глубже морен, выше небес, в нем умещается ровно полмира. Мама и папа, соседи, друзья, край мой родной и город любимый. Бабушка, школа, котенок и я. Зайчик солнечный в ладошке, пусть сирени за окошком. И на щечке родинка, это тоже родина. Совсем еще года 3-4 назад был самым успешным учеником даже среди взрослых. Мы занимались речевым этикетом. И вот сейчас тебе слово. Я рада тебя переведущей. Нашей великой победе посвящается Роберт Рождественский, отрывок из поэмы «Рейка». Помните, через века, через года, помните, тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уж никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну. Люди земли, мечту пронесите через года и жизнь наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните! Сын хорошо куда-то идет. Конечно. Прежде всего, конечно, спасибо Министерству культуры, что поддержали мою просьбу, это проект на столетие. Люди тише, не слышно ничего. Дом культуры, дом и дом искусства, они сотрудничали с нами. Центр тоже инициатив. Без этого вообще бы ничего нельзя было начинать, потому что это спонсирование, в общем-то, материально. И огромное спасибо багетной мастерской Алле Николаевне. Не знаю, здесь она или нет. Они просто чудесно все оформили таким энтузиазмом за короткий срок. Это потрясающе. Такое отношение у людей. Благожелательное. Спасибо огромное. Спасибо моим друзьям, которые помогли делать выставку.
Саше Попову, Алисе, Евгению Анатольевичу. Все это вот делалось, это я одна ничего не смогла бы сделать. Все там, всю эту экспозицию, это большой труд огромный. Спасибо моему брату. Огромное спасибо моему сыну Илье, это мой первый помощник вообще. Он никогда не оставляет, очень много не помогает. Ну что я могу сказать, многим спасибо. Валерию Кудынскому, которого здесь нету, макет делал Львова. Александру, который делал компьютерщик, Кондрасенко, да, Александр. Это просто и всем друзьям, кто меня поддерживал на лайке, Евгений Васильевна Рязанова. Всем моим друзьям здесь, кроме художника. Нашей Лене, секретарше, Сергею Евгеньевичу. Он участвовал много, он снимал работы, чтобы это, все это каталог был. Многие принимали участие в моем проекте. Я там ничего не сделала, потому что это очень все сложно. Мы создаем работу Таня Ломана. Конечно, у нас не такая была огромная работа. И по-любому, и все. Вот сейчас фильм с ней сделали, посмотрите. Я вообще хочу, чтобы весело прошло открытие. Сейчас там в той комнате, в следующем зале, прикупитесь, там будет шампанское, и вино, и вода, и тут почерпите. Мы выпили за победу все, за Якова Семеновича, за его свидетеля. Я думаю, что он там не был сахар. Потому что никогда, во-первых, слава Богу, будет альбом, который никогда у него в жизни цветного не было. И для того, чтобы он сдался, это будет в мае. Юбилей у него 29 мая будет, еще впереди. Но вот и как раз после Дня Победы прекрасно все совпало, будет праздновать. Может, я кого-то не назвала без помощника. Меня простите, просто волнуешься, может, он его забудет. Вот желаю вам хорошего просмотра. Сейчас может быть фильм. Таня, может, командует, да? Таня Лова, может, командуешь, как мы фильм будем смотреть? Или вперед к столу? Я так думаю, что...